Вы смотрите видео об отеле Drita Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Drita Hotel расположен в стране Турция в регионе Алания и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. Расстояние до аэропорта 145 километров. Территория гостиницы занимает 6000 квадратных метров. Отель расположен на берегу моря, в регионе Алания, в местечке Махмутлар, в 145 километрах от аэропорта. Представляет собой одно семиэтажное здание. Удобная компактная территория, приветливый персонал. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется доктор платно, обмен валюты, парикмахерская платно, прачечная платно, салон красоты платно, магазины, автомобильная парковка бесплатно, аренда автомобиля платно. Wi-Fi бесплатно. Отель принимает кредитные карты MasterCard, Visa. Комментарии, услуги доктора по запросу. Wi-Fi в лобби. В номерах есть количество номеров 199. Номерной фонд отеля состоит из стандарт Room Land View 69, площадь 21 квадратный метр. Не предоставляются или отсутствуют Wi-Fi. Стандарт Room Sea View 70, площадь 21 квадратный метр. Не предоставляются или отсутствуют Wi-Fi. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть не предоставляются или отсутствуют дискотека, вечерние программы, развлекательные шоу, дневные развлекательные программы есть. Комментарии: в команде аниматоров 6 человек, есть русскоговорящие. Крытый бассейн. Открытый бассейн. Водные горки. Комментарии к бассейну и горкам. Один открытый бассейн, один крытый бассейн, без подогрева, часы работы с 8 часов ровно до 19 часов ровно. Один водная горка, часы работы с 10:00, 1214, 30600. Спа-центр платно, хаммам платно, парная платно, сауна платно, массаж платно, баскетбол бесплатно, дайвинг платно, виндсерфинг платно, тренажерный зал бесплатно, теннис платно, настольный теннис бесплатно, пляжный волейбол бесплатно, водные виды спорта платно. Комментарии: один теннисный корт с твердым покрытием, освещение корта, аренда мячей и ракеток платно. Водные виды спорта: водные лыжи, парашют, каноэ, водный мотоцикл. Для детей есть детская кровать бесплатно, детские стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-клуб, бассейн, няня платно. Комментарии: открытые и крытые бассейны. Мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 12 лет. Часы работы с 10 часов 30 минут до 12 часов ровно и с 14 часов ровно до 16 часов ровно. Аренды детских колясок нет. Открытая игровая площадка. Услуги няни: примерная стоимость 12 евро в час. Полотенце бесплатно. Шезлонги бесплатно. Матрасы бесплатно, зонтики бесплатно, пирс, понтон, деревянный пирс. Территория пляжа, собственный песчано-галечный пляж. Длина 50 метров. Вход в море, галечный. Комментарии: между пляжем и отелем дорога, есть подземный переход. Пляжные полотенца, примерная стоимость 3 доллара. Год постройки гостиницы, 1997. Год, когда был сделан последний ремонт, 2011. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.